Молдова получит 15 миллионов евро на восстановление 15 километров дорог. Деньги предоставит Европейский Союз. Документ ратифицировал в четверг парламент. Prin acest acord de grant vor fi construite ocolirea satului Bahmut de 6 km. Valoarea, suma alocată pentru acest proiect este 7 milioane 100 de mii de euro și construcția ocolirii orașului Vulcănești. Срок сдачи в эксплуатацию объекта, точнее 15 километров восстановленных дорог, 22 декабря 2017 года. Проект одобрен в двух чтениях. Дело в том, что 5 ноября был крайний срок для ратификации соглашения парламентом. В противном случае наша страна могла упустить этот шанс. Украина, Молдова и ЕС договорились об упрощении перемещения через молдавско-украинскую границу. Молдова и Украина подписали два новых соглашения по трансграничному сотрудничеству. Первое соглашение устанавливает совместный контроль в пограничном пункте пропуска Первомайск-Кучурган. Второе устанавливает автоматизированный обмен данными с пересечения молдавско-украинской границы, которое призвано укрепить безопасность благодаря повышению прозрачности перемещения транспортных средств и товаров через границу. Ну, в мае existat acel vacuum de informații pe acest segment central, unde niciunul din organele de stat, organele competente ale statului nu participă în control. În cazul dat vom avea informații online despre aceste persoane, inclusiv va fi posibil de reținut persoanele care se află în căutare pe acest segment central, unde se efectuează schimbul online de informații. Присутствовавший при подписании документов начальник пограничной полиции заверил, что перемены будет реально воплотить максимум через 2 месяца. Этот срок необходим для того, чтобы таможенные структуры подготовились с технической точки зрения. Согласно подписанному соглашению, примерно через год станет возможным открытие единого таможенного пункта, который обеспечит совместный контроль в пограничном пункте пропуска Первомайск-Кучурган. Este unul dintre cele mai strategice puncte de trecere din punct de vedere a fluxului de pasageri. Anual se înregistrează circa 3 milioane de traversări în acest punct de trecere. Prin urmare, prezența noastră acolo sigur că va exclude, dacă nu total, atunci parțial, aceste tentative de эскиваре де ла контроль. Подписание двух соглашений по трансграничному сотрудничеству состоялось в присутствии консультативного совета миссии Европейского Союза по приграничной помощи Молдове и Украине. Европейский Союз запустил в Республике Молдова новый тюнинговый проект в области регулирования пруденциального контроля небанковского финансового рынка. Проект будет внедряться уполномоченными органами Польши, а его бенефициантом является Национальная комиссия по финансовому рынку. В пресс-коммюнике делегации Европейского Союза в Молдове отмечается, что общая стоимость проекта составляет 1 миллион 300 тысяч евро. Помощь будет оказываться в течение 2 лет. Польские специалисты посодействуют созданию системы надзора на основе риска для участников небанковского финансового рынка. Следуемая цель – обеспечение стабильности и безопасности данного сектора и упрочнение его роли в национальной экономике. Республике Молдова будет передан лучший опыт европейского сообщества в плане контроля небанковского сектора. Это позволит регулировать рынок капитала, обеспечивая безопасность и стабильность участникам небанковского рынка, что в итоге приведет к экономическому росту. В Молдове продолжает развиваться альтернативный сектор энергетики. С тех пор, как проект «Энергия и биомасса» в Молдове стал внедряться в нашей стране, десятки школ, детсадов и общественных центров обрели энергетическую независимость. Исключением не стала и профессиональная школа коммуны Виноградов Катараклийского района. У нас имеются проекты по утеплению. Мы работаем с зданием. Также мы имеем котлы на биомассе для того, чтобы детям было в столовой тепло, комфортно. После внедрения проекта отопительную систему образовательного учреждения удалось целиком обновить. Теперь в холодное время года в рабочих ателье, столовой и учебных классах будет тепло. Котлы на основе биомассы, которые установили в школе, обошлись администрации учреждения в 1 миллион 400 тысяч леев. Из этой суммы вклад органов местной администрации составил лишь 15 тысяч леев. Проекту ку казанджерепи биомассы, а присупус де инсталаре казанилор пи биомассы, репарация, шире конструкция системы луденкалзири
interior, care n-a funcționat în decurs de 30 de ani de zile, n-a fost căldură. В образовательном учреждении обучается почти 100 студентов, осваивающих азы таких профессий, как тракториста, сварщика или швеи. В рамках проекта школа получила еще 2 миллиона 400 тысяч леев. Эти деньги потратили на теплоизоляцию здания образовательного учреждения, из которых 1 миллион 800 тысяч леев предоставил Европейский Союз. În el se presupunea schimbarea încălzirii și dotarea cazangeriei pe gaze cu utilaj, deci și termoizolarea pereților din toate edificiile, fiindcă aici este corpusul în care blocul de studii, blocul de sport și blocul în care este amenajat căminul, unde odihnesc copiii. В рамках этого же проекта администрации школы удалось заменить старые окна, двери и батареи на новые. В период с 2011 по 2014 год на первом этапе проекта «Энергия и биомасса» в Молдове удалось установить современные системы отопления на основе биомассы почти в 150 образовательных учреждениях. После впечатляющих результатов внедрения проекта на втором этапе его решили продлить. Европейский Союз еще 3 года будет финансировать проект «Энергия и биомасса». Финансирование из ЕС с общим бюджетом в 9 миллионов 410 тысяч евро будет осуществляться в период с января 2015 по ноябрь 2017 года.